Служба госбезопасности Азербайджана назвала ложной информацию о запланированной встрече главы спецслужбы Али Нагиева с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении ведомства. СГБ решительно опровергает подобного рода информацию и доводит до внимания, что общественности последовательно предоставлялась информация о проведенных до сегодняшнего дня встречах руководителей служб безопасности Азербайджана и Армении. Учитывая чувствительное отношение общества к вопросам, связанным с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостности и безопасности Азербайджана, общественность будет проинформирована о таких встречах и в дальнейшем, отмечается в сообщении. Ведомство попросило местные СМИ, а также пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию, которая наносит ущерб общегосударственным интересам и вводит в заблуждение азербайджанское общество. Отметим, что ранее экс-посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян сообщил в своем телеграм-канале о якобы запланированной в Сугувушане тайной встрече главы СГБ Азербайджанской Республики Али Нагиева, директора СНБ Армении Армена Абазяна, лидера сепаратистов Араика Арутюняна и командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова.